Джон, талибы на подходе. Совсем ничего не помнишь? Да, совсем ничего. Помню только переводчика. От режиссера и сценариста Гая Ричи. Зачем тебе эта работа? Мне нужны деньги. Не подведешь? Нам только занозы в заднице не хватало. Нет, я не подведу, сэр. Он не из-за денег за эту работу взялся. Талибы убили его сына. Остановите машину, сержант. По этой дороге лучше не ездить. Это не твое дело, Ахмед. Ты здесь, чтобы переводить. Вообще-то я здесь, чтобы помогать. Джон, талибы на подходе! Well, I'm back down. 3 недели. Твоя семья думала, что ты мертв. Этот человек спас тебе жизнь. Видимо, он тащил меня через все эти горы. А теперь прячется в какой-то дыре. Он там вместо меня. You could stand me up at the gates of hell. Все в порядке, Джон? Нет, не в порядке. Меня терзает чувство вины. Ахмед и его семья в опасности. Нам нельзя вмешиваться. Придется мне вытаскивать его самому. Этой весной. Слушай сюда, ты будешь один. Тебе придется приспосабливаться. Пользоваться тем, что есть. Если дашь координаты, я смогу вывести его из страны. Слишком опасно. У талибов ты теперь знаменитость. Мы скучаем. Любим, вам очень любим. Джейк Джилленхол. Думаешь, если бы я не был перед ним в долгу? Дар Салиб. Меня бы здесь не было? Думаешь, у меня есть выбор? Нет у меня выбора. No, I won't back down. Фильм Гая Ричи. Переводчик.